В беседке под крышей птичка вывела своих птенцов. Вот эта птичка, кто знает, как она называется? Еще не знаю, сколько их там штук, но похоже больше трех. Она их кормит, летает. Сейчас покажу эту птичку. Вот она, эта птичка, сидит на кусту черноплодной рябины. Вот она порхнула. Там у нее пост. Она сидит вечером допоздна. Вчера уже стемнело, она там сидит. Ну, видно, сторожит их. Вот она сейчас вот сидит там. Вот ее пост там. Кормит, постоянно червячков им таскает таких. Не знаю, что за птичка. Хвостик красненький такой вот, розовенький. Вот она им постоянно трясет. А папа этих птенцов тоже здесь летает, их кормит. Он такой поярче. У него на головке такое белое пятнышко. И спинка у него такая вот чуть ярче, чем у нее. Она такая серенькая. Вот, спорхнула и опять сидит. Там опять прилетела. Сегодня ветер немножко дует. Но вообще тепло. Жарко даже, наверное, днем будет. Сейчас утро еще. Вот она, вот она. Она вот так чирикает. А папа, который птенцов, он громче чирикает. Они тоже начинают, птенчики-то уже. А мы переделываем дорожку в теплице. Вот такая вот она была, деревянными досточками. Месим бетон, заливаем и выкладываем такими вот. Вот она такая вот стала. Старая плиточка вот пригодилась. Укропчик уже хороший такой вырос. Сейчас вот хочу его срезать. Срезать и заморозить. Срезала укроп. Сейчас его помою, обсушу и потом порежу. Смотрите, посмотрите, какой жук у нас появился. Сидит на черноплодной рябине и собирает нектар, или что он тут собирает. А жук-то под цвет листьев прям зеленый такой. Смотрите, куст рябины весь в цвету. Красотища. А здесь гриб вырос. Вот он, грибочек. Петуни начали цвести. Вот она там опять сидит, а он где-то на бане. Вон он на бане. Сейчас его приближу. Вот он там на козырьке сидит, на трубе. Вот они сейчас как раз кормят этих птенчиков своих. Ну все, пойдем, не будем мешать им. Мы уж лишний раз уходим с огорода, говорим. У нас квартиранты поселились, не будем им мешать.
Вот она сидит совсем рядом, не боится. Слышите, как это он так кричит громко, а она вот тут тихонечко так тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Вот она прыгает. Мамочка. А он боязливый. Он там вот у соседей сидит на теплице и кричит. Уходите, мешаете. А мне же надо траву пополоть. Ребята, вам надо птенцов кормить, а мне ж надо работать. Другой день начались полеты. А вот где он? А, вот он сидит, вот он маленький. Вот на трубе сидит. Из гнезда вылетел. Мама отвлекает. Говорит, не трогай его. Да я не буду трогать. Маленький, желторотенький такой сидит. Первый раз вылетел из гнезда. Ну все, пойдем, пойдем. Не будем вам мешать. Они учатся летать только. Где он? Вот он сидит. Все, учитесь летать, не буду я вам мешать. Все, ухожу, 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 мама вот. Вот она, мама, отвлекает меня. Иди, говорит, сюда, уходи от него. Все, ухожу. Вот они, птенчики, сидят под крышей. Увеличила, видно. Да, вон они, еще двое сидят. Один там уже возле бани летает, а еще двое вон сидят, не осмелятся. Первый полет. О, мама, тут мама летает. Мама прилетела, кормит их. Ну вот и все, поели, попили и спать пошли эти двое. А третий-то улетел. Вот они сидят, желторотики мои маленькие. Первый раз не рискнули вылететь. Сейчас опять сидят, на мир смотрят. Как-то не рискнут они полететь. А первый-то у них улетел. Братец или сестричка ли. А эти посиживают. И меня даже не боятся. Я вот вплотную к ним подошла. Снимаю, а они сидят, поглядывают. Маленькие. А мамаша их тут летает в округе. Вот. Слышите, когда они чирикают, а им там жарко под крышей. Крыша-то металлическая, а солнышко светит, им там жарко. Ротики пооткрывали. Я бы вам дала попить, но и вы же меня напугаетесь.
Пусть вам мама даст попить. Все, я ухожу. А мама вон там где-то чирикает. А тут, наверное, вон она на кустике сидит, чирикает. Все, ухожу, ухожу. Какой сегодня красивый закат. Вообще. Красотища. Завтра будет жаркий день. Хотела сказать горячий. Ну да, горячий, жаркий день. Небо такое красивое. День закончился. Идем спать.